Радий представити нашу ранкову гостю, директора департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської облдержадміністрації Марину Васильєву. Доброе утро вам. Спасибо большое, что вы с нами. Итак, сегодня говорим о форуме инвестиционном. Это уже третий форум для Николаева, для Николаевщины. И, соответственно, я так понимаю, что снова Николаев будет пытаться удивить инвесторов, чтобы они со своими большими кошельками пришли в наш город. И не только. Если говорим об этом мероприятии, что это за мероприятие, поскольку оно уже третий раз в Николаеве, я так понимаю, что оно весьма успешно. Да, я с вами совершенно согласна. Инвестиционный форум «Николаевщина. Надежный партнер» – это уже третий форум, который идет под таким лозунгом. Все больше и больше количество гостей прибывает на инвестиционный форум в Николаев. В этом году в форуме примут участие представители профильных министерств, представители посольств и консульств иностранных представительств в Украине, представители бизнеса, народные депутаты, банковские установы, страховые учреждения. То есть вы видите, что это огромная аудитория, которая будет рассматривать инвестиционную привлекательность Николаевской области. Если мы говорим о форуме, это будет, скажем так, будут рассматривать или еще будет какое-то практическое применение? Возможно, какие-то уже инвесторы, соответственно, тоже смогут сегодня уже наметить себе планы, куда можно инвестировать? Форум будет построен таким образом. Он будет состоять из четырех панельных дискуссий, на которых и инвесторы, и модераторы, и спикеры смогут представить свои инвестиционные проекты, показать успешность внедренных проектов на территории Николаевской области. Форум будет посвящен таким направлениям, как развитие инфраструктуры, развитие агропромышленного комплекса и рынок земли, возобновляемая энергетика и информационная безопасность. Если мы говорим, да, вот о спикерах, которые, соответственно, больше, понимаю, будут владеть этой темой в плане успешных уже проектов, которые реализованы на территории Николаевщины, но я так понимаю, что вот два форума уже прошло, результаты какие-то есть, и, соответственно, скажем так, промежуточные результаты того или иного инвестирования тоже есть. Что для Николаевщины принесли предыдущие два форума, что уже внедрено? Я хочу отметить, что глава Николаевской облгосударственной администрации уделяет очень большое внимание инвестиционной привлекательности Николаевской области. Только в этом году, за вот этот промежуток времени, область посетили более 20 иностранных делегаций. И всем был представлен инвестиционный потенциал Николаевской области. И четко было рассказано о том, что Николаевская облгосударственная администрация стоит на защите инвестора, на защите его прав и будет делать все для внедрения инвестиционных проектов на территории Николаевской области. И подтверждением этому есть работа крупных компаний на территории области, таких как американские PepsiCo и Bunge, британская Ed-F-Man, это сахарный завод, французская группа Lactalis, китайская Ковка Агри и немецкая Дикерков. Я хочу сказать, что здесь большое значение имеет то, что именно по инициативе главы облгосударственной администрации в этом году заработал информационный сайт «Разумный регион». Там есть одно из направлений, единый инвестиционный портал, который работает сейчас только в тестовом режиме, но уже в первый же день работы этого портала была зарегистрирована первая инвестиция в размере около 400 тысяч гривен. Вот так, результат хороший, скажем так, как для ресурса, который был только запущен. Да, мы четко знаем, еще подтверждением того, что у нас благоприятный инвестиционный климат, есть то, что только за небольшой период этого времени, последние данные – это полугодие, николаевскими инвесторами освоено около 5 миллиардов гривен, а это больше, чем за весь предыдущий год. То есть, по сути, потенциал растет, скажем так, и, соответственно, ресурсы тоже растут. Для Николаевщины, скажем, это так плюс, потому что все-таки благодаря этим деньгам потом есть возможность развивать инфраструктуру дальше, но и опять-таки становиться более привлекательным для других инвесторов, появляется какая-то живая конкуренция. Ну, а для нас живая конкуренция означает больше все-таки вливаний денежных. Если мы говорим о сегодняшнем все-таки форуме, то какие будут спикеры, возможно, кто будет рассказывать, ну и конкретно, возможно, какие-то направления, если мы говорим об участниках.
Ну, если мы говорим про панельную дискуссию развития инфраструктуры, то модератором будет Владимир Шумейстер, эксперт Украинского института будущего. Примет участие также один из спикеров, это Райвис Вецкагас, керівник администрации морских портов Украины. И покажут свои успехи и предложат инвестиционные проекты Руслан Олейник, это ДСК «Ольвия», Вячеслав Еремин, это директор регионального отделения «Одесская железная дорога». Михаил Галайко представит проект международного Николаевского аэропорта, расскажет об успехах внедрения этого проекта по инициативе главы облгосадминистрации администрации при его наполегливости на территории Николаевской области. Также один из крупных представителей крупного инвестора, я говорила, это Бунги Украины, представит свой проект Дмитро Горшунов, это Бунги Украина, и Дмитро Фалько, это исполняющий директор терминал Укрхарчосбыт Сыровина. Это, если говорить, о первой панельной дискуссии. Как видим, из этих дискуссий, скажем так, из спикеров, сразу и понятны приоритеты Николаевской области, в каком направлении хотелось бы двигаться, ну и, конечно, то, что, скажем так, глава облдеш администрации на своей странице в Facebook, либо там в своих высказываниях перед СМИ говорил, что будет все-таки налаживаться морское соединение и авиа. То есть это мы и видим как раз в некоторых из этих докладов. Если мы говорим о ожиданиях все-таки более конкретных, потому что это мое, скажем так, наблюдение и видение, да, от вас, как от представителя этого форума, хотелось бы узнать, какие все-таки ожидания, что, какие приоритеты расставляет Николаевщина и в каком русле планирует развиваться дальше? Ну, вот об одном из приоритетов я уже сказала, что, учитывая географическое расположение Николаевской области, это водные артерии, несколько трассик пересекает Николаевскую область. Очень распространена железнодорожная сеть, и облгосадминистрация активно работает над восстановлением воздушных путей. Это международного аэропорта, Николаевского аэропорта. И поэтому мы четко видим, что Николаевская область может быть полноценным транспортным хабом юга Украины. Это один из приоритетов Николаевского облгосадминистрации. Будем, конечно, надеяться. Новомодное слово в этом году, оно очень активно везде используется, этот хаб. Но будем надеяться, что все-таки для южного региона мы станем определенным центром, не только географически, но и, конечно же, по инфраструктуре. Да. Да. Ну, вот второй приоритет, что еще хочу сказать. Мы не забываем и наших отечественных инвесторов, таких вот крупных, как компания «Небулон» сельскохозяйственная и компания «Агрофьюжн». Это тоже один из приоритетов Николаевской области для того, чтобы в отрасли сельского хозяйства развивать перерабатывающие предприятия. Потому что именно переработка овощей, мы не должны быть сырьевой базой, именно переработка сельхозпродукции делает Николаевщину сильнее. Строятся новые предприятия, создаются рабочие места, и местные бюджеты получают дополнительное финансирование, что дает им развиваться. Это тоже один из приоритетов Николаевской области. Это тоже будет рассматриваться на второй панельной дискуссии. Агропромышленный комплекс и земельная реформа. А сколько всего будет дискуссий? 4 панельные дискуссии. По их направлениям можем пройтись? Вот первые два мы услышали, а еще третье и четвертое у нас осталось. Да. Что за направление там и какие там приоритетные направления? Третье направление – это возобновляемая энергетика. Николаевская облгосадминистрация видит приоритет в том, что именно коммунальное, жилищно-коммунальное хозяйство может использовать чистые технологии, чистую энергетику. Поэтому на третьей панельной дискуссии будут представлены проекты по возобновляемой энергетике и по обеспечению, ну, скажем так, чистоты в Николаевской области. Четвертое направление у нас остается, это... А четвертое направление – это информационный безопасность, информационная безопасность. То, что, скажем так, над чем борется сейчас весь мир, потому что вот последние, скажем так, исследования, то, что во всем мире от информационных атак уже за 2017 год потрачено более 50 миллиардов долларов. На самом деле Николаевщина тоже потерпала в определенные периоды своей истории те же сайты,
представительств официальных, да, учреждений тоже были их атаки. Как будет решаться эта проблема на сегодняшний день? Какие есть варианты для того, чтобы убезопасить информацию о жителях, соответственно, ну и информацию о учреждении этих? Ну, естественно, на последней панельной дискуссии модератором будет Олег Покальчук, это социальный психолог Института суспильно-экономичных доследований. Дмитро Громаков, это тоже социолог, директор Центра социального инжиниринга РАНД. Николай Козлов, эксперт по вопросам электронного управления ИСЭД. Марина Дадинова, советник с коммуникацией ИСЭД, Андрей Лохматов, представитель Института массовой информации Николаевской области, Олег Дернюга, главный редактор «Неквести», и Николай Княжицкий, народный депутат Украины, который возглавляет комиссию по духовности, культуре и этике в Верховном Совете. По истечению, скажем так, срока этого инвестиционного форума, когда, скажем так, будет результат какой-то промежуточный, ну и, конечно же, о проектах, где можно будет узнать, какие проекты все-таки реализованы благодаря этому, этим, скажем так, обсуждениям в этих направлениях? Николаевская областная администрация обязательно будет распространять информацию по результатам этого форума, будет мониторить эту ситуацию, и вы одними из первых, и так же, как и пресса, узнает о том, что же произошло на самом форуме и какие его результаты. Я думаю, первые результаты уже будут во время самого форума известны. Будем надеяться, что так же, как и первые два форума прошли весьма успешно для Николаевщины, видим результаты по, скажем так, наращиванию количества финансов, которые скапливаются уже на территории Николаевщины. Поэтому вам спасибо большое за то, что сегодня пришли к нам в студию. Ну и, конечно же, сил, чтобы выдержать сегодняшний день. Друзья, нагадую ще раз, що сьогодні говорили стосовно третього інвестиційного форуму. Миколаївщина – надійний партнер. Будемо сподіватися, що Миколаївський регіон, а точніше Миколаївщина, стане центральною у південному регіоні таким своєрідним хабом.